Вот здесь был задан вопрос воспрепятственное заключение брака между гражданами вот, Туркменистана и иностранного государства. Я бы хотел сказать, что такой вот вопрос, по-моему, вот, не имеет действительности в природе вот, существовать, потому что данные отношения регулируются вот, семейным законодательством Туркменистана. Законодательством Туркменистана брак между гражданином Туркменистана и иностранного государства регулируется Семейным кодексом Туркменистана. Если заинтересованные лица являются гражданами разных государств, то по их соглашению применяется законодательство одного из государств. Сексуального домогательства, конечно, вы все ознакомлены с законом, который принят в Туркменистане о государственных гарантиях обеспечения прав и равных возможностей женщин. У нас государство гарантирует обеспечение равных прав и на защиту от посягательств сексуального характера. Но я хочу сказать, де-факто, до настоящего времени ни в судебные органы, ни в другие органы, которые занимаются вопросами именно гендерного равенства и отвечают за соблюдение законодательства в этой области, заявление о сексуальном домогательстве на рабочем месте не поступало. Какие-то меры предпринимаются для того, чтобы включить женщины с нетуркменским гражданством и фамилиями в правительственные структуры? Обеспокоена также подавлением русскоговорящего нетуркменского населения. Есть сообщение о том, что пропагандистские сайты с подачи спецслужб публикуют очерняющие статьи, а также публикуют антисемитские статьи в отношении женщин нетуркменского гражданства. Один из таких сайтов gondogarnews.com. Я хотел бы отметить, что беженцы, лица без гражданства в Туркменистане пользуются теми привилегиями, как и наравне с гражданами Туркменистана. Я могу заверить вас, что не было ни одного случая, который дети, рожденные в Туркменистане, не получили свидетельство о рождении. Они все получили. Уважаемые члены комитета, как уже было сказано, в Туркменистане проводится огромная работа по имплементации общепризнанных норм национального законодательства. В этом направлении вот, важное значение имеет при государственных гарантиях обеспечения гендерного равенства огромное значение имеет право на образование, которое является одним из основных неотъемлемых конституционных прав граждан Туркменистана. Общее образование, среднее образование обязательно каждый человек право получить его в государственных образовательных учреждениях бесплатно. Я признательна за ответы, которые были даны делегацией. У меня создается такое впечатление, что мы один на один обсуждаем и не получаем ответов на все. Adan yodu adat yodu adlanalim
Йоду Астана Лейна Астана.